Сегодня нам удалось побывать в конструкторском бюро СП-613, где ученый, генеральный конструктор Мальцев Олег Викторович в течение 2 часов создал новый комплекс. Комплекс называется, который я создал сегодня, Хатар. То есть, по сути, этот комплекс человека научит что? Разрешать плоскость выполнения задач в полном объеме. То есть он будет все время себя представлять как с мечом и с кольцом, да, и понимать, что он делает сейчас. И какую черту характера нужно устранять. Как ее устранять? Проходить через этот комплекс. Этот комплекс ломает все черты характера. Избавляет от гибкости, педантичности, застревания, возбудимости, дистонии, демонстративности, экстраверсии, интроверсии, эмотивности, циклитарности и экзальтированности. То есть он полностью освобождает человека от всех плоскостей и делает для него что? Шаг. Что возможно все что угодно. Было бы с помощью чего? А инструментарий Макашек говорит, что какая разница, какой задачи прикладывать усилия, если с помощью чего ее разрешают. И мы приобретаем что? Свойство Бога, которое называется многофункциональность. Мы можем сказать совершенно точно, написать вот там у братьев Крени, что многофункциональность это распрограммированность, вариативность судьбы человека. То есть, по сути своей, отсутствие зрения порождает форму мышления, которая программирует вариативную судьбу человека и приводит к черте, то есть к травмам, черта это, к шрамам, которые формируют характер личности. Если можно восстановить зрение, если можно разрешить вариативность, значит, можно разрешить многозадачность, то можно разрешить и многофункциональность. И вот эти ПТК комплекса, они как бы создают многофункциональность у человека. То есть характер – это основа многофункциональности. Этот комплекс – это основа понимания реализации задач в жизни.